Свою знаменитую седьмую симфонию композитор Дмитрий Шостакович дописывал именно в Куйбышеве. В начале войны, в октябре 41-го, когда город получил особый статус запасной столицы, сюда эвакуировали не только десятки стратегических оборонных заводов, но и знаменитых деятелей культуры, в том числе и труппу Большого театра. Эти знаковые страницы самарской истории помогут укрепить имидж области и сделать ее самым узнаваемым регионом страны, уверены участники проекта «Самара – запасная столица». В течение года они организовали несколько масштабных проектов. Футбольный матч памяти, международный фестиваль антивоенного кино «Тишина», образовательный проект школы экскурсовода. Волонтеры провели в Самаре более 100 экскурсий. Первая экскурсия у меня, она как снежный ком. Она началась с 7 человек, остальные подходили. Несмотря на то, что это было воскресенье, многие были на дачах летом, тем не менее подъехали. Экскурсия закончилась, в конце экскурсии у меня было 13 душ, включая младенца и собаку по имени Арчибальд. В следующем году запасной столице 75 лет. Организаторы обещают провести еще больше акций, которые привлекут внимание к этой дате. Оригинальных идей ждут и от горожан. Надо делать проекты, в которых вот много воздуха, много жизни, много энергии горожан. Для нас это самое главное. У нас так и написано на нашем заголовочном слайде «Мотивация общественности региона к тому, к участию в жизни города». Те, кто уже принял активное участие в проекте, получили специальное удостоверение жителей запасной столицы. Никаких льгот эти корочки не дают, кроме, пожалуй, одного преимущества – гордости за свой город. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».